В ближайшее воскресенье Югра примет участие в голосовании. Об этом на своих страницах в соцсетях напомнила губернатор округа Наталья Комарова. Жителям предстоит выбрать 712 депутатов различного уровня и 41 главу городских поселений. Как отметила глава региона, к единому дню голосования все готово. По всей Югре откроют 733 избирательных участка. В выборах задействуют 7885 членов избирательной комиссии. Как всегда, особое внимание уделяется контролю за ходом голосования. Так, необходимое обучение прошли 2199 общественных наблюдателей. Они обеспечат открытость процедуры, соблюдения законодательства и будут оперативно реагировать на вопросы. Также глава региона отметила, что для жителей отдаленных территорий с 20 августа по 9 сентября проходит досрочное голосование. При необходимости воспользоваться своим избирательным правом можно и на дому. Нужно лишь обратиться в участковую комиссию. Также Наталья Комарова отметила, что свой выбор 10 сентября сделает на участке номер 294. Это КДЦ «Октябрь» в городе Ханты-Мансийске.